Данное видео предоставлено сайтом onlinegtz.net. Unit 2, секция 4, упражнение 53. Listen to Alice and Nikita. Fill in the table. Послушайте Алису и Никиту. Заполните таблицу. Итак, прочитаем диалог между Никитой и Алисой и переведем их реплики. Никита. Alice, could you tell me a few things about your school? Do you and Jim study in the same school? Алиса, могла бы ты рассказать пару фактов о своей школе? Вы с Джимом учитесь в одной и той же школе? Алис. Yes, we study at a secondary school in London. Да, мы учимся в средней школе в Лондоне. Никита. When does the school year start? Когда начинается учебный год? Алиса. We go to school every day, except weekends, national holidays and school holidays. We study from September until July. And then we have the summer holidays. Мы посещаем школу каждый день, кроме выходных, национальных праздников и школьных каникул. Мы учимся с сентября по июль, затем у нас летние каникулы. Никита. How much holiday do you have? Сколько каникул у вас? Alice. We study for 3 terms. The summer holidays last for about 6 weeks. We have a 2-week holiday at both Christmas and Easter. In the middle of each term, we also have a half-term break, which lasts for a week. Мы учимся 3 семестра. Летние каникулы длятся около 6 недель. Двухнедельные каникулы у нас и на Рождество, и на Пасху. В середине каждого семестра мы также имеем недельные перерывы. Никита. Not bad. And do you wear a school uniform? Неплохо. А вы носите школьную форму? Алиса. Yes. As the students of most British schools do. Да, как и большинство учеников из британских школ. Jim wears black trousers, a white shirt, a blue jumper with the school logo on it, and black shoes. The girls have the same uniform, but Vivi may also wear skirts. Джим носит черные брюки, белую рубашку, голубой джемпер с школьным логотипом на нем и черную обувь. Девочки, у девочек такая же школьная форма, но мы можем также носить юбки. Никита. What subjects do you study at school? Какие предметы вы изучаете в школе? Alice. Lots of subjects. English language, English literature, mathematics, science, IT, history, geography, French, art, drama, music and PE. Много предметов. Английский язык, английскую литературу, математику, естествознание, информатику, историю, географию, французский, рисование, драму, музыку и физкультуру. Никита. Oh, that's a lot. Да, много. Теперь наша задача заполнить табличку. Табличка состоит из двух столбцов. В первом столбце вопросы, во втором столбце мы должны подобрать к ним ответы. Итак, первый вопрос. When does the school year start and finish in Britain? Когда начинается учебный год в Британии? The students study from September until July, and then they have the summer holidays. Ученики учатся с сентября по июль, а затем у них летние каникулы. Окей, следующий вопрос. When do British students have holiday? Когда у британских учеников каникулы? They study for 3 terms. The summer holidays last for about 6 weeks. British students have a 2-week holiday at both Christmas and at Easter. In the middle of each term, they also have a half-term break, which lasts for a week. Они учатся 3 семестра, летние каникулы длятся около 6 недель. Двухнедельные каникулы британских учеников и на Рождество, и на Пасху. В середине каждого семестра они также имеют недельные перерывы. Следующий вопрос. How long do the summer holidays last? Сколько длятся летние каникулы? The summer holidays last for about 6 weeks. Летние каникулы длятся около 6 недель. Четвертый вопрос. Does Alice wear a school uniform? What is it like? Носит ли Алиса школьную форму? Как она выглядит? Yes, she does. Alice wears black trousers or skirts, a white shirt, a blue jumper with school logo on it, and black shoes. Да, носит. Алиса носит черные брюки или юбки, белую рубашку, голубой джемпер со школьным логотипом на нем и черную обувь. И последний, пятый вопрос. What foreign language does Alice study? Какой иностранный язык изучает Алиса? Ответ. She studies French. Она изучает французский.
Окей. Итак, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.